К другим темам. Многоквартирный дом для сирот в Таштыпе наконец подключили к отоплению. Причем устранить неполадку удалось довольно быстро, как только новость о замерзающих жильцах показали в эфире программы «Вести Хакасия». Вот это вот подвал, в котором была коммунальная авария. Вот это вот окна моей квартиры. Выше и еще выше не было тепла. Вчера вечером все починили, и сегодня уже у нас тепло. Напомним, в доме по Советской 119 после начала отопительного сезона еще месяц в квартирах было холодно. Из-за неуплаты управляющая компания отказалась от объекта. Обслуживать коммунальные сети здесь практически некому. Жильцы пожаловались к нам в рубрику «Мобильный репортер». И буквально на следующий день специалисты Таштыпского сельсовета нашли время и возможность ликвидировать утечку в подвале и подали тепло. Присылать свои сообщения можете и вы. Если есть проблема, которую не удается решить, снимайте ее на видео, комментируйте за кадром и присылайте к нам в редакцию. Телефон для связи сейчас на экране.